Ребята, посмотрите, какой у нас с бабушкой получился осьминожек. Да. Здесь я рыбки, вот это бабушка сделала, вот это тоже бабушка, а это я сделала. Косынку бабушка сделала. И вот такой у меня осьминожек получился. И это будет у меня карандашница. Почему? Посмотрите. Потому что мы можем вот так поставить карандаши, ножнички, фломастер. И у нас вот такая карандашница. Красиво. Молодец.